Шокирующий случай на востоке столицы. Полиция ведет поиски матери брошенного новорожденного мальчика. Младенца нашли в парке Измайлова. Его обнаружила женщина, которая гуляла с собакой. Ребенок, которому всего около 20 дней, лежал прямо на земле. Сколько времени он провел на улице, неизвестно, но, судя по всему, не один час. Малыш был голоден и сильно замерз. Как раз накануне в регионе похолодало, температура была около нуля. Он был одет в комбинезон серого цвета, ползунки, голубую шапочку. В больницу, куда был доставлен мальчик, диагностировали переохлаждение. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести. Приблизительный возраст мальчика – около 3 недель. Он был немедленно направлен в больницу. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Мы просим всех, кто что-либо знает о малыше или его родителях, обратиться в полицию.